Rusiyanın məşhur aparıcıları, efir adamları da Azərbaycanın evdə qal aksiyasına qoşulublar. Дорогие азербайджанцы, я всегда в своих программах говорю, берегите себя и своих близких. В это тревожное время вы можете спасти себя и своих близких, оставшись дома. Давайте сделаем это вместе. Дорогие азербайджанцы, вы знаете, в мире наступили тревожные времена, над нами нависла невидимая угроза, в лексиконе появилось новое слово – коронавирус. Но в кои-то веки мы действительно с вами можем повлиять на ситуацию. Если не все, то очень многое зависит именно от нас. Это предельно просто. Оставайтесь дома, без крайней необходимости не выходите на улицу. Буквально несколько дней, но на кону такая ценность, как сохранность здоровья и жизни людей, в том числе наших с вами родителей, дедушек, бабушек. Пожалуйста, помните об этом. Дорогие бакинцы, дорогие азербайджанцы. Азербайджан – это очень светлая, добрая, солнечная страна, которая славится своими долгожителями. И сейчас очень важно позаботиться о наших родителях, о наших бабушках и дедушках и дать им возможность прожить еще много лет рядом с нами. Что для этого нужно сделать? Да просто оставаться дома, быть на карантине и не подвергать их жизнь неоправданному риску. Дорогие азербайджанцы, в эти трудные минуты для всего мира я вас всех призываю остаться дома. Ведь еще пару недель тому назад, сидя на работе, мы все мечтали остаться дома хотя бы на пару дней. И давайте сейчас будем слушаться официальных властей и не будем выходить из дома.